друзі, як завжди, у цей час ми працюємо в прямому ефірі. Якщо у вас є бажання і час приєднатись до нас, це розмова на тему. А тема нашої сьогоднішньої розмови – Успенський піст і свята, які ми зустрічаємо саме в цьому посту. І у нас в гостях настоятель свята Симоновського собору, протоиерей Геннадій Дьяков. Отець Геннадій, здравствуйте. Здравствуйте. Благословите, батюшка. Благословите. Отец Геннадий, спасибо, что вы приехали к нам в студию, и как раз именно накануне Успенского поста, который мы встречаем 14 августа, если я не ошибаюсь, и встречаем мы его большим праздником. 14 августа – это первый пост, первый спас, и еще его называют Маковей. Отец Геннадий, мы знаем, что во время Успенского поста есть мы встречаем три спаса – 14 августа, 19 августа – Преображение и 29 августа – тоже спас. Три спаса. Почему эти праздники называются спасами? Ну, сразу немножко поправиться нужно. Вы говорите, что называется еще он Маковей. Это первый спас, да? Да, он не называется так. Это два праздника в один день, 14 числа. Первый спас – это изнесение древ честного животворящего креста. А второй праздник – это мучеников Маковеев, которые жили до пришествия Христова, соблюдали Ветхий Завет, и когда пытались иудейскую веру по Ветхому Завету, которые верили, которые ждали Христа, пытались ее исказить и внести язычество, то они были верны этой вере, своих предков, и за это их казнили всех, всем, и мать, и их учителям. Вот этот праздник именно называется Маковеев, мучеников Маковеев. Маковеев – это их фамилия, или, да, была? Да, ну, да, древняя Маковеев, фамилия. Ну, да, в книге Маковейской об этом написано. Угу. А первый спас – это в Константинополе по причине болезни в августе, которые бывали часто. Там хранилась в царских палатах частичка древа Христа. И вот эта частичка на кресте износилась в город, изнесение, то есть впереди несение. Угу. Износилась и неслась крестным ходом, служилась литья, служилась, и молились люди, освящалась вода, освящали людей, молились, и болезни прекращались или не разгорались в таком большом, как бы, множестве, количестве. Вот это называется первый спас, потому что это праздник Спасителю. Изнесение древ, кто был распят? Господь. Воскресил, кто исцеляет? Господь. Второй спас – это преображение, когда Господь преобразился на горе Фавор с учениками Иоанном, Петром, Иоанном, Иаковом. И когда Он молился, они заснули, не могли молиться. Когда они проснулись, они увидели Господа, преобразившегося белой одеждой, как сказано были, одежды белее снега. И с ними беседовали пророк Моисей, пророк Илья, тем самым показывая, что это истинный Господь, что Он как раз исполняет то, что пророчествовали и Моисей, получивший скрижали, и Илья, которого тоже Господь являлся, и он осуществлял, передавал волю Божию тогда иудейскому народу и нечестивому царю, и совершались казни, если мы поняли. Третий спас – это 29 числа, это уже после Успение Божьей Матери, пост уже заканчивается. А, это уже закончится, да, пост, да. Это изнесение, вернее, принесение нерукотворного, образа нерукотворного спаса в Одессу. Это некогда жил князь Авгарь, и сохранилось письмо, это об этом пишут Филарет, Чернигский архиепископ, который писал «Жития святых», он и описывал праздники, он пишет, что сохранилось в библиотеке вот эти письма, которые князь Авгарь направил к Господу, пишет, что вот он болелся неизлечимой болезнью, которую не могли излечить земные врачи. Он пишет, что да, я слышал, что ты вот исцеляешь. Ты, наверное, либо ты сам Бог, либо ты Сын Божий. Это что... он писал Богу письмо? Да, это он Спаситель написал письмо. И Спаситель, получил это письмо, а князь Авгарь направил его с живописцем. И Спаситель ему ответил, как не пытался живописец его написать его образ, стоявший на камне, он не мог. По причине того, что божественное это сияние не давало ему, как художнику, восприять тот образ, увидеть его. И, ну, Господь, как сердцеведец, зная это желание его,
Он попросил полотенце, умылся, попросил полотенце, отерся им, и на полотенце четвертым образом изобразился его образ. Так он и называется, нерукотворный спас. И передал его Авгарию, князь Авгарь, молясь, исцелился. И тоже он ему ответил письмом, это тоже письмо было, письмо. Хранилось в библиотеке. Это написано, если интересно, почитайте, в житиях Филарета Черняевского, архиепископа святого. И этот нерукотворный образ сберегается и до сегодня? Нет, ну сколько прошло времени. Он был, значит, в храме в городе в Одессе, и по преданию говорили, что пока он будет существовать, город не будет занят неприятелем. Потом, когда стало необходимо, стало опасно, его скрыли, он на стене висел. И когда при князе Авгаре и его сыне, все, когда висел этот образ на стене перед входом в город, они должны были поклоняться, вот, почитая этот образ. Ну, потом, когда уже пришли нечестивые язычники, вот, последователи уже не князя Авгария и его сына, вот, его потомки, которые приняли язычество, вот, то этот образ был спрятан. Потом он был обретен. Ну, сейчас я в истории не читаю. Но, тем не менее, сей образ есть, и мы имеем возможность видеть список нерукотворного образа. Да, мы имеем много возможностей списка, потому что, конечно, немногие образы тех времен сохранились. Это первые века наши, второй, третий, четвертый век. Поэтому много списков, но они тоже есть и чудотворные списки, и которые источают и мира, и, хотя они не те настоящие, но списки с того образа. То есть потевляет нами до сих пор милость свою. Отец Геннадий, итак, мы выяснили, я думаю, что телезрители поняли, что именно три праздника, три спаса, они названы в честь нашего Спасителя. А будьте добры, если вернуться к первому празднику, именно начало Успенского поста, это изнесение животворящего креста Господнего, или и также мучеников Маковеев. Дело в том, что вот этот первый спас называют Маковей, все равно вот называют так, и обычно народ приходит светить мед и светить мак. Но, как выясняется, мак и Маковей, и мученики Маковеи между собой никак не связаны. Да, это два разных праздника, просто празднуются в один день. Освящается мед, вот, сбор меда, и освящается зелье по уставу. Ну, народ как придумал, и это есть и в магии, это есть во многих этих магических действиях, где присутствует маг, где им посыпает что-то. Ну, люди у нас больше впитывают, как это и везде, плохого, чаще всего запоминается плохое, поэтому и передается из уст уста, что вот дано мак освящать, маковей, мак. Люди не вникают в суть праздника. Раз маковей, значит мак освящать. Ну, вот. В принципе, да. Все очень просто. И да, что, народу не нужно напрягаться думать, а все правильно, как они думают. Ну, на самом деле мак это как пряность используется в пищевой промышленности. Мы его часто кто-то использует, если пекет что-то. Он не является каким-то магическим, хотя ему придаются такие значения каким-то магическим средством. Это как и соль освещается обычно, так все остальное. А мед освещается, потому что как бы все, что приносится, вернее, все освещается, как бы приносится дар и благодарение Богу, что Господь даровал мед, даровал нам зелье, дарует нам травы, которые использовались раньше и в исцелении, и в пищевой промышленности, и в медицине. Вот все это освещается. Отец Геннадий, есть еще один нюанс. Мы часто наблюдаем картину, когда в церкви совершается божественная литургия, а народ с маком, с зельем, с медом стоит вне стен храма и терпеливо ждет, когда же выйдет батюшка с крапилом, чтобы посвятить. То есть там идет божественная литургия, а здесь стоят люди. Хотя люди должны быть там, где совершается божественная литургия. Что важнее? Ну, конечно, литургия. Мы стараемся в этот день, чтобы была трансляция. Ну, многие люди, конечно, приходят только для освящения. Некоторые недовольны, что там батюшка там бормочет, да? Что он там долго так уже нас мучает тут.
в жаре нужно уже выйти освящать. Главное – литургия, то есть благодарение Богу. Мы служим литургии, приносим бескровную жертву, и это самая главная благодарность, которую мы можем оказать, и помолиться к Господу. И каждый, участвуя в божественной литургии, он еще больше приносит благодарность, чем если он принес начатки овощей, как сказано. То есть если человек... Начатки меда и зелья. То есть если человек, побывав на божественной литургии, а потом в силу причин он уже не может ждать, когда выйдут освящать мед, это ничего, что он не посвятит мед в праздник? Ничего, если он оставит просто там, ушел, если у него там работа какая-то есть. Ведь самое главное, что человек, он приходит благодарить Бога за то, что он ему даровал вот этот урожай, меда, зелья, там, ну потом преображение последствий начатки овощей или там третий спас орехи. Потому что нас многие понимают, как нужно осветить, и это все быстро съесть, вот это самое главное. Но мы приносим, чтобы Господь даровал нам еще и в следующем году, еще и потом. Потому что все от него зависит, какой будет урожай, какие будут пчелки, не погибнут ли они, принесут ли они мед, не будет ли трава сухая. Все от Бога зависит. Если мы все это будем делать, то Господь будет нам дальше это даровать, как благодарным. То есть главное не быть неблагодарным и благодарить. Да, показывать, что мы понимаем, угу, что это от него зависит, что все, что мы имеем, это все дар. В том числе это и мед, и все остальное. Отец Геннадий, а скажите, пожалуйста, почему так важна божественная литургия, и почему желательно, чтобы люди присутствовали в стенах церкви, когда идет божественная литургия, а не вне стен? Ну, можно и вне стен, потому что на большие праздники никакая церковь не сможет вместить. Да, ну, и одно дело, когда человек даже стоит вне стены, он внимает в службе, а да, другое дело, когда он просто ждет, когда выйдет батюшка кропить водой. Да, если он вне стен стоит, внимает в службе, то он участвует в богослужении. Что слышно все-таки, и человек, если ходит, на первый день он уже знает, что поется, что, какие возгласы даются. Важно, потому что каждая литургия – это приносение опять бескровной жертвы за все грехи тех, кто приходит из живых, и за тех, кого мы молимся, за усопших. И мы, участвуя в этой бескровной жертве, мы ей сопричастны, Господь, и она прощает на нам грехи. Мы же молимся все вместе, подаем записочки, и все хором молимся за здоровье друг друга. Это та общая молитва, где Господь присутствует среди нас, где Он дает благодать всем, кто участвует в божественной литургии. Это очень важная служба. Поэтому раньше было в старые добрые времена, когда была страна более верующая, и церковь не была отделена от государства, то тогда отлучали церковь, человек не посещал несколько выходных дней. Это же заложено в заповеди, что один день, неделю отдай Господу Богу твоему. Это в Ветхом Завете это была суббота, сейчас это воскресенье, это как по-украински, Великий день даже перевод. Называется. Ну да, очень меткое название. Да, очень такое хорошее название, Великий день. Поэтому и требуется участие нашей в литургии регулярное, чтобы мы участвовали и принимали вот то, что Господь нам даровал, жертву свою за наши грехи. Мы же грешим на каждой секунде. А помолиться лень, помолиться, очиститься лень тоже. Не хватает нам и времени, и заботы нас поглощает. Даже в храме человек стоит, думает о земных заботах. Думает. Быстрее побежать, побыстрее все. Ну, куда побыстрее? Все же от Господа зависит. Не пожалеем Господу времени, Он нам все устроит, все в лучшем виде. Отец Геннадий, итак, 14 августа, первый спас. Мы встречаем изнесение животворящего креста Господнего. Время летит незаметно, и подойдет время уже ко второму спасу, то есть 19 августа, преображение Господне. Это очень большой праздник, и если учесть, что Успенский пост – это очень строгий пост, да? Он же по строгости такой же, как Великий пост. То есть нельзя вкушать ни рыбу, ни... Да, это единственный пост, который посвящен Богородице. И этот пост приурочен как раз вот к тому, что Богородица, представь, Богородица, она получила за 3 дня от Архангела Гавриила весть, что она отойдет к Господу. И она к этому готовилась постом, молитвой готовилась, воздержанием. И мы, как бы быть, чтобы быть сопричастными, как и она тогда, к этой подготовке, мы
вместе с ней тоже как бы готовимся к этому успению, к ее успению. И мы тоже радуемся, что все-таки эта смерть названа не смертью, а успением, что Господь взял тогда ее, когда она уже была подготовилась, она лежала, и Господь пришел, взял ее святую душу в руки. И потом, когда Фома опоздал и хотел увидеть Богородицу прощаться, ее тела уже не было. Господь тоже вместе с телом ее взял. Как. Поэтому мы постимся строго в этом посту. Очень строго. Разрешается вкушать рыбу только на преображение. Вот, на преображение, 19 августа. Да. Вообще пост подразумевает строгий пост, сухоедение. И только в выходные дни разрешается вкушать вареную пищу с маслом. Это если такой строгий пост. Все остальное время сухоедение. У нас вот часто некоторые заменяют пост либо диетой, либо пытаются заменить в пост какими-то вкусняшками, заменяющими там мясо и прочее. Ну тогда же это не пост. Это не пост. Если пост, вкусняшки. Да, говорит, ценно, что нужно быть меньше на кухне, надо готовить простую пищу. Первое можно приготовить, мы, как говорят отцы, забыли, что такое ботвинья, изготовленная из ботвы, что такое свекольник, тоже забыли. Там, покидал травку, картошку почистил, там вот все есть первое. Женщина меньше проводила время на кухне, а у нас, наоборот, сейчас пытаются изысканно что-то приготовить, чтобы заменить. И по калориям, по калорийности, и по качеству она не уступала мясу, эта пища. Это тоже не пост. Ну тогда пост нивелируется как пост? Да. Пост. Немного времени на кухне, простая пища, чтобы не отягощать. Ведь Господь в раю, когда человек был в раю, Адам и Ева, они же не вкушали мясную пищу. Они вкушали растительную пищу. Но потом, когда в тело наше вкрался грех, оно стало быть подвержено тлению, то человек стал нервничать, стал раздражаться, стал тратить много энергии. Господь позволил ему, чтобы восполнять это все, мясную пищу. Поэтому, чтобы приблизиться и соединиться с Господом, восстановить связь с Ним, требуется растительная пища. Но, отец Геннадий, есть, коль мы уже так, еще два слова о еде, и коль мы вот это коснулись растительной пищи, есть же просто вегетарианцы, которые принципиально не едят мясной пищи, а в православии разрешается вкушать мясную пищу, но только не в пост и не в среду и пятницу. Это есть же различия, а вегетарианцы говорят, а мы вообще не будем есть. Хотите спросить, как поститься вегетарианцам? Ну, если он и так уже постится. Да, да. Ну, все, что говорить, как больной, он и так постится. Вегетарианец может поститься, что есть, как он ел, только не объедаться, не отягощать себя. Ведь человек, когда ограничивает себя в посту пищей, у него высвобождается энергия для духовной жизни. А когда он той же постной пищей объедается, той же кашей, вместо того, чтобы тарелку, он съедает чугунок каши, конечно, опять себя обременяет, опять же, как говорят святые отцы, та энергия, то тепло, которое возникает в желудке, поднимается в голову, и человек уже не соображает, та теплота. Поэтому требуется воздержание и не только в пище, но и в каких-то удовольствиях, душевных удовольствиях, чтобы человек может предаваться в посте, там, я не ем, но я зато слушаю музыку много, я хожу там на какие-то увеселения, я там что-то еще там делаю для души, как говорит. Но это тоже не пост. То есть пост – это ограничение в первую не столько в еде, в телесных и в душевных. Удовольствиях. А если у кого-то, отец Геннадий, день рождения выпадает в Успенский пост? Ну, люди ж не виноваты, что родились в Успенский нет, пост. Конечно, можно тоже так же спокойно с воздержанием отпраздновать. Ведь, как сказано, постимся постом приятным. Человек должен радоваться в посте, а не унывать. Если он ест постную пищу, не означает, что он ходить должен плакать и посыпать пепел головой, свою голову пеплом. Он должен радоваться, что он освободился, ему легко, ему хорошо. Как святые отцы, разве они унылые ходили? Они ходили худые, но не радовались. Они ощущали вот эту благодать, которую Господь посылает, и молитва, которую посылает вообще на каждого человека. Потому что они не были отягощены.
их желудок не был отягощен настолько, чтобы он требовал отдыха, требовал там сна и так далее. Попробуйте обесться и сразу читать. Не получится. Захочется спать и... Ну да, если отдыхать, хорошо, ну, наесться, то уже и как бы... Как говорят, чтобы жир завязался. Надо, да, чтобы узелок завязался, чтобы уже и мало хочется тогда что-либо делать. Отец Геннадий, итак, вот, даст Бог, мы уже поговорили о втором спасе 19 августа, значит, который мы будем встречать. Еще самого главного людей. Да. Освящаются начатки овощей, сказано. То есть обычно это яблоки, груши и так далее, но... Больше всего, и в уставе об этом написано, и освящается виноград. Виноград? Вот, потому что даже сказано в уставе, кто поел виноград нового сбора уже до Спаса, тот все, весь август не вкушает виноград. Вот так наказание. Первый сбор винограда освящается. А яблоки это больше относится к середине России, потому что у нас яблоки уже пошли, папировки, это... Первые яблоки, как они называются у нас. Поэтому и яблоки, те, которые, у кого это смущает, некоторые не вкушают яблоки до Спаса. Урожай прошлого года можно вкушать. Многие же сохранился этот урожай. Поэтому милости просим прийти на освящение. И главное, не вот вы акцентировали внимание телезрителей на винограде. Да, видите? Именно виноград, да. Угу. Больше виноград, он в уставе об этом и говорится. Третий спас, это 29-го, это называется еще ореховый спас. Это как раз мы говорили о том нерукотворном образе Господа Иисуса Христа, который он это отобразился на полотенце, которым он отирался. Был передан князю Авгарию. В этот день освящаются орехи. Угу. Называется еще ореховый спас. Да. И этот спас 29 августа, он сразу на следующий день наступает после Успения. Да. И вот Успенский пост венчает вот этот праздник Успения. Вы понимаете, отец Геннадий, дело в том, что в православии все не как у людей, если честно. Потому что как-то то, что... Казалось бы, вот оно печаль, а празднование здесь успения, да, празднование Успения, понимаете? Тут Божья Матерь отошла к Господу, и одновременно с этим этот день называется праздником. Нет ли здесь противоречия? Ну, как раз это говорит о том, что настоящий православный христианин, он, как помните, Семен Богоприимец, когда Господа взял на руки, он ныне отпущаешь, а раба ты, Владыка, поглот тому с миром. То есть он ждал этого дня, он ждал, что он уйдет с этого мира в тот мир, долгожданный им этот мир. Он уже замучился здесь на земле. Также святые отцы, тем более Пресвятая Богородица, которая славнейшая всех херувим, и она тоже с желанием вернулась своему сыну. Она с желанием переходит в вечность. Так и человек верующий, он тяготится этой жизнью, он понимает, что это встреча с Богом, встреча с Христом, это начало настоящей жизни. Ну, а мы, грешники, конечно, боимся даже самого слова смерть. Боимся. Поэтому нам это удивительно, что мы празднуем Успение Божьей Матери, Успение. Она просто уснула. Так и человек верующий, он просто засыпает. Но, тем не менее, вот вы говорите, люди верующие тяготятся этой жизнью, но каждый человек, в принципе, хочет жить эту жизнь хорошо. Конечно, и постарается. Только все, разные понятия, да, разные. Хорошо? Только один только ради этого все делает, а другой, как говорил древний философ, один живет, чтобы кушать, а другой кушает, чтобы жить. Угу. Разница есть. То есть жить хорошо – это в первую очередь… Что, отец Геннадий, вот жить хорошо, что это в первую очередь с точки зрения православного христианина? Жить это хорошо. Жить в согласии со своей совестью, с Богом. Вот это хорошо. И человек может быть бедным, может быть богатым, может быть на разном, занимать разную должность, разные, относиться к разному слою населения. То есть у него, если будет мир душевный всегда, то это истинное счастье, истинно настоящая хорошая жизнь. То есть и это значит жить хорошо. Не достаток, не благополучие, не ремонты, не, ну и так, не отдых где-то там на Бали. Да. Можно и на отдых на Бали тоже себя плохо чувствовать. Можно, да, если голова болит или еще что-то. Мир в душе, который очень трудно сохранять, отец Геннадий, постоянно.
Как его сохранять? Для этого как раз существует то, что нам оставил Господь через Святую Церковь. Это все, что Господь повелел нам соблюдать. Это заповеди, это блаженство, это молитва. Все это возвращает нас к единению с Богом, к беседе с Богом и к возвращению той чистоты сердца, которая нам была дана еще в рождении, в крещении, точнее сказать. Поэтому нужно не мудрствовать лукаво, не придумывать себе, как человек говорит, я в душе с Богом, и не соблюдает ничего. Но Господь же спросит потом, был ли ты в темнице, был ли ты в больнице, накормил ты или напоил ты человека, одел ты человека. Поэтому будет судиться по тому, как человек относился к рядным живущих с ним, к своим близким. И если этого нет, то человек осуждается, что он жил только для себя. А нужно жить для других еще немножко. Отец Геннадий, спасибо. Время пролетело незаметно. Друзья мои, сегодня у нас в гостях был настоятель Свято-Семеновского собора города Николаева, протоиерей Геннадий Дьяков. И мы говорили об Успенском посту, который наступает 14 августа, и о праздниках, которые мы будем встречать именно в этом посту. Ну и как вы уже услышали, главное, чтобы был мир в душе. Ну и жить не только для себя, но и для других. Для вас тоже, в первую очередь. Це була розмова на тему. На все добре.